Профилированный брус – это высокотехнологичный строительный материал демократичной ценовой категории, выполненный из хвойных пород. Производство бруса потребует использования сушильной камеры, гидравлического пресса, погрузчика. Для этого потребуется помещение в 180 квадратных метров с удобным подъездом для транспорта. Месячная аренда составляет $3 за квадратный метр. Для выполнения работ достаточно 5 сотрудников, среди которых оператор сушильной камеры, оператор блока управления станка обработки заготовок, оператор шипорезного станка, оператор гидравлического пресса, водитель вилочного погрузчика. Стоимость сырья обойдется в $120 за куб. Наценка компании составит $16. Основой в продвижении продукции является ее демонстрация. Залогом повышения сбыта будет интенсивная реклама и промежуточные акции. Чистая прибыль компании составляет $2500. Показатели предприятия по производству профилированного бруса следующие. Средняя ежемесячная выручка – $60 000. Количество заказов в день – от 1 до 3. Средний чек – $1500. Наценка за кубический метр – $16. Расходы на рекламу – 1000. Зарплата сотрудников – $5000. Стоимость аренды помещения – $1000. Стоимость готового бизнеса – $38000. Профилированный брус используется в декоре и при строительстве коттеджей. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.